Вы просто неправильно поняли, что мой папа имел в виду. Очень я хорошо все поняла. За тобой присматривать и врача дожидать. Он сказал, чтобы вы сходили в школу и узнали мне домашнее задание. А то я троек в табель нахватаю. А позвонить в школу нельзя, задание спросить? Они мне по телефону передадут контурные карты? Ха, смешно, честное слово. Ну хорошо, я схожу. А ты залезай под одеяло. Давай, давай. Алло, алло. Да, Светочка, Светочка. Ленинград, дайте, пожалуйста. Да, квартиру Якова Джугашвили. Нет, Яша, нет. Меня никто не обижает. Я просто скучаю по маме. Какая красивая. Это мамина. И ты это все хранишь? Да. Папа не знает, что я ее спрятала. Не советую вам докладывать папе. Вам он не поверит, а я отопрусь. Хорошо. Яша, ответь. Мне плохо тут одной. А я думаю, кто это тот свет жжет? Все брату звонишь? Нет его. Гуляет, видно. Вам что за дело? А мне никакого дела нет. Что вы мне тут сказки рассказываете? Я по-вашему не вижу, как вы ко мне присматриваетесь, как на отца моего смотрите. Жалко мне его. И тебя жалко. Одинокие вы с ним. Себя пожалейте лучше. Это вы у меня помаду в столе нашли и забрали. Я по чужим столам не лазаю. Так я вам и поверила. Держитесь от меня и от моего отца подальше, а то я брату расскажу. Светочка, детка, тебе очень идет этот цвет. Но если хочешь моего мнения, то тебе еще рано думать о таких взрослых фасонах. Это я тебе как мама говорю. А вы мне не мама. Моя мама умерла от аппендицита, а другой мамы мне не надо. Ты неправильно меня поняла. Я хотела только посоветовать как мама. Больше ничего я не имела в виду. Вот и хорошо. Вот и воспитывайте своих детей, а меня оставьте в покое. Можно? Что тут моя хозяюшка делает, а? Затаилась, как мишка в крупе. Да так, из старого платья кукле одежду шью. Я хочу своих кукол младшие классы раздать. Ну а как же без приданного? Некрасиво. Пап, ну я же все понимаю. Мама, она ушла, умерла. А она совсем не подумала. Это ни хорошо, ни плохо. Просто так вышло. Но нам же никто другой больше не нужен. Что ты, дочка? Ну кто нам еще нужен, а?
Почему тебе в голову эти мысли пришли? Да так. Я же вижу это Александру Максимилиановну и Вальку-подавальщицу. Как они на меня смотрят. Будто хотят у меня что-то спросить. Но им страшно. Боятся мою Светанку. Правильно делают, что боятся. Обидят ее. А ее секретаришка, как узнает об этом, как рассердится и всех, всех разорвет. Ты эти мысли гони от себя. Нам никто не нужен. Мы друг у друга есть. Нам и довольно. Ясно? Да, папка. А ты не сердишься на то, что я маме на платье порезала? Что ты? Что ты, Светланка? Что ты? Оно уже старое было. Мама сама хотела его порезать. Не успела. Режь. Секретаришка, ты устал? Пойду отдохну. Валентина. Да? А не хотите с нами прокатиться? Пап, мы опаздываем. Ничего, Светланка. Не опоздаем. Я вот пытаюсь уговорить Валентину Васильевну с нами прокатиться, она, ну... У нас нет мест. Мы еще обещали Марфушу и Серго захватить. Пойми. Хозяйка.